Здорово, звуканутые! Давно не звучала эта фраза на этом канале, но сегодня особенный случай. Это не подготовленный видос никакой, и не будет подготовленных видосов никаких на канале. Это будет шоу-реальность. Не то чтобы реалити-шоу, а прям вот долбанная реальность, как она есть. И как вы уже видели, тема видоса – это «Как стать крутым артистом». Если бы я знал, я бы не записывал этот ролик. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вали. Короче, произошло кое-что интересное, и мне стало кое-чего не хватать. Ну, надо подышать. При всем движнике, который в моей жизни вообще происходит. Все, что было между нами. Если ты уйдешь, то я тоже уйду. Получается, мы уйдем вместе. При концертах. Нет! Печка горишка, блядь! Вообще? Как вообще концерт? К работе. Там, с клиентов, заказах. Мне не хватало одного. Того, что у меня было раньше. Такую штуку, когда ты пишешь музыку, то есть музыка, которую ты делаешь для себя, для души такая, она может быть вообще любая. Есть музыка, которая как бы работает, ну то есть помогает тебе двигаться, да, которую там можно играть на тусовках, там техно, драм-н-бейс и прочее. И я понял, что это как два автомобиля. Вот у меня две машины, одна высокотехнологичная. И если у меня что-то сломается, это очень долго приходится чинить, восстанавливать. То есть, чтобы эта машина вообще поехала. Давай, едь. Сколько ты за мойку машины отдал? А грязно все. Что такое? Все просто. А ты понюхай, как это пахнет. Иногда просто приходится, елки-палки, столько для этого сделать. И стоит это очень дорого. А вторая машина, она легкая, и в нее один раз вкладываешь. До пункта назначения спокойно на ней несешься, то есть и будет ехать она стабильно и долго. Экспериментальная музыка, которую я делал, это вот этот вот сложный автомобиль, который, чтобы поехал он, его надо там так подготовить всячески, и ты и так, и сяк к нему, и у него что-нибудь новенькое вылезает, что-нибудь он выкидывает. А это drum'n'bass. Когда я начинал свою карьеру, drum and bass стрельнул моментально, когда начал его писать. Но в какой-то момент в своей жизни я стал увлекаться экспериментальной музыкой, начал заниматься инженеркой. То есть я сейчас не говорю, что все стало плохо, все стало очень круто, стало интереснее даже, ну, в какой-то степени. То есть выступления, они как были, так и остались. Их стало моментами, их не было, моментами их было много. Но не было какого-то именно направления, в котором я хотел бы зафиксироваться. Мы то играли то хаус, то трип-хоп, то хип-хоп, то мы рэп читали, то мы там угораем братьями чесноками. И не было какого-то чего-то одного, что я хотел бы делать вот в каком-то вот конкретно в струе, находясь. Не было этого. Много лет с тех пор, как я бросил писать drum and bass. И вот сегодня я
хочу попробовать ответить на вопрос, это как стать крутым артистом. Я не имею ни малейшего понятия. Представим, что у меня нет ничего. Нету ничего, кроме написанных треков, потому что вам нужен готовый трек, который вы будете, ну, который будет вас как артиста представлять. Да? То есть вы выбираете жанр, я выбрал drum and bass, и у меня написано на данный момент вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Это. Это наши крылья весла, мы плывем в тумане, ты так замерзла, греешь сердце руками, засветит солнце над головою, ты мой корабль, я стану. И это. В общем, я написал несколько треков, и сейчас я буду их рассылать на лейблы, думать, как их выпускать, и постараюсь держать вас, подписчиков и зрителей, в курсе, что вообще, какое продвижение. Я буду на стримах общаться с вами, где я буду писать, начинать треки, буду какой-то ежедневный какой-то с вами вести диалог, что происходит, как вообще, как это все движется, не движется, что, какие планы дальше. Плана нет. Есть какое-то просто так ощущение, надо сделать вот это. Вот это как сейчас я записываю этот видос, потому что надо, думал, надо бы начать какой-то видос. И вот она тема. И вот я его сейчас сел и начал записывать на вдохновение. Так вот, плана нет. Что будет дальше, понятия не имею. Получится, понятия не имею. Брошу, понятия не имею. Но не надо. Не надо бросать. Не надо. Нельзя, нельзя, нельзя. Вот и все. Вот и все. Все получится. Все будет хорошо. Вот. И значит. На ваших глазах это все будет происходить. Все. Все по красоте вышло. Это самый простой способ ответить на вопрос, а что мне делать там с музыкой? Представим, что я обычный чувак, я абсолютно неизвестный вообще, там, вот меня никто не знает. С такой идеологией я и буду это делать, как будто бы меня никто не знает, я новенький артист, и буду пробовать степ-бай-степ куда-то что-то попасть на лейбл, либо выпускаться на своем. Все это я буду придумывать по ходу, в зависимости от ситуации. Стратегия есть цель, плана нет.
интересно, кстати, получается, да, то есть получится ли стать крутым артистом, зависит еще во многом от вас. То, как вы поддержите этот видос, если вы его начнете репостить, он начнет набирать обороты. Если начнут постить музыку, он начнет набирать обороты, получается, с помощью вас это все и произойдет. И знаете, что самое интересное? Когда вы будете делать то же самое, что делаю я, вам нужны будут такие же, кто будет вас репостить, кто будет вас лайкать, комментировать, желать вам удачи и болеть за вас. Вот задумайтесь в этот момент, когда я говорю о том, что если благодаря вам это видео может подняться чуть выше куда-то, либо быть увиденным, либо то есть привлечь к себе внимание, получается, вы поможете мне приблизиться к цели. А в один прекрасный день вы придете ко мне на лейбл и скажете: чувак, помоги нам, и у меня будет чем вам помочь, потому что в свое время вы помогли мне. Как все взаимосвязано, да? Кто сюда попал случайно, добро пожаловать в этот ебанариум. Я Энди Маликс, у меня есть я, компьютер, лейбл, немножко веры и надежды. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видос, делитесь им. Ты чего выключаешься? Я не закончил ролик. Во! И что я предлагаю? Делайте то же самое, что делаю я. Если вы не знаете, что делать, пробуйте ту же схему, потому что у меня-то какой-то опыт и план есть. Плана нет. Делайте то же самое. И посмотрим, как у нас это будет получаться. Будем обмениваться опытом. А может быть, увидимся на одной сцене. Удачи!